you found me a treasure. Thanks. Кейси Джонс, не трогай это. Эй, не будь такой злюкой, милая, я ведь еще ничего не успел сделать. Кого ты назвал милой? Мне все равно, что будет с тобой. Майки, не бери сразу так много тарелок. О, боже, пусть у меня завтра все получится. Мастер! Учитель Сплинтер, я никогда не смогла бы снова открыть свой магазинчик без вашей помощи. Я благодарна всем вам за помощь, но... С меня довольно. Неужели Лео и Донни не могут вести себя сдержаннее? Все остальные могут почистить и украсить магазин снаружи. Что? Но я ведь еще ничего не сломал. Так скоро сломаешь. Очень страшно. Она всегда такая? Нет, ты бы ее видел в другой ситуации. Она совсем другая. Правильно. Похоже, что бизнес процветает. А чего же ты ожидал? Мы ведь так хорошо потрудились. Всегда выигрывает тот, кто отдает, а не тот, кто получает, Рафаэль. Я уверен, что вы помогли Эйприл с большим удовольствием.
Эй, а где майки? Я нашел эту вещичку в Японии. Хотите, расскажу? Это было совсем непросто. Эй, а сколько стоит эта ваза? А, у вас отличный вкус, правда? Мы привезли это из очень отдаленных мест. Здесь, как вы, возможно, заметили, об этом нацарапано. Мы с Рафаэлем расскажем вам об этом.